Всем привет! С вами Даша и мой шпиц-тип. И сегодня я покажу мои покупки из зоомагазина. Первое — это травка. Ну, это трава для кошек. Простая трава. Обычная трава, которую нужно заливать водой. Она для кошек, потому что для собак я еще ни разу не видела. Вот способ применения. Также совсем недавно моя мама ездила по магазинам, ездила в Магнит и там увидела лоток. Он для животных. И позвонила мне и спросила, купить ли Тиме лоток, потому что у Тимы нет лотка. Он для животных, для собак и кошек, фирма Гамма. Итак, давайте теперь я покажу покупки, которые я покупала очень давно для моих рыбок и тритона. Первое — это два сачка. Вот это для тритона, а это для рыбок, потому что для тритона нужно побольше, потому что тритон намного больше рыбок, собственно. И следующее, это, так сказать, палка, на которой какой-то ёршик. Это для чистки аквариума. И еще есть другая насадка, это просто губка. И, конечно же, корм. Вот такой вот. Я его очень редко даю рыбкам. И вот такой вот его ест мой тритон. Еще я купила два кондиционера для воды. Они от фирмы Зоомир. Они синего цвета. Ну, в принципе, как всегда. Следующее — это градусник, чтобы измерять температуру в аквариуме. Вот так он выглядит. Простой градусник, мы уже его давно не используем, потому что мы, как бы, ну, нам просто это не нужно. И следующая моя покупка — это две вот таких вот мышки из фикс-прайса. Они для кошек, но Тима тоже любит с ними поиграть. Вообще, я покупала Марсику уже очень давно. Постоянно забываю показывать. Они уже такие потрепанные, потому что Марсик с Тима любит играть. Но я Тиме не позволяю так прям сильно. Одна красно-белая, а другая зелено-желтая. И для тех, кто не знал, вот в этом аквариуме у меня тритон. А вот в этом аквариуме у меня очень-очень много рыбок.